Витебск – город трех рек. Этот провинциальный городок на западе Белоруссии каждый год в начале июля становится всемирным центром культуры, дружелюбно открывая двери для фестиваля искусств «Славянский базар». В рамках фестиваля проходит 11-й международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2013». В этом году конкурс собрал ребят из 18 стран. Конкурсный возраст участников – от 7 до 12 лет. За два конкурсных дня молодые певцы должны исполнить две песни. Первую на языке своей страны, а вторую по выбору. Режиссеры, как всегда, решили удивить гостей, окунув всех в волшебный мир сказки «Пиноккио». На сцене всеми любимые герои – непоседливый и неунывающий Пиноккио, храбрый Артемон, прекрасная Мальвина, романтичный Пьеро, хитрая парочка, лиса Алиса и кот Базилио, и, конечно, господин Маджафоко. Кстати, роль кукловода Маджафоко исполнил известный белорусский певец дядя Ваня. Несмотря на то, что ребята борются за первое место, о духе соперничества нет и речи. Анастасия Дерджа Басанчич. Из какой страны ты приехала? Босния и Херцеговина. Ich heiße Selin Hansen. Ich komme aus Deutschland. Менің атым Сағи Венера. Мен Қазақстаннан, Алматы қаласынан келдім. Меня зовут Галина Дубок, из Киева. Меня зовут Рафаэль, я из Молдовы. Хотя участники говорят на разных языках, все равно детям удалось найти общий язык и подружиться. В этом году на конкурсе Латвию представляет 11-летняя Яна. Уже в 2.5 года девочка проявила свои музыкальные способности. Яна учится играть на фортепиано, мечтая стать профессиональной певицей и открыть собственную вокальную студию, в которой она будет учить детей петь. Даже самым смелым и отважным нужна поддержка. Поэтому юным конкурсантам помогают ребята из танцевальных коллективов. Наш коллектив называется «Образцовый ансамбль народно-сценического танца и газа». Мы потанцовываем певицы из Болгарии, Персианы Дмитровой. Из России конкурсантки, с Беларуси конкурсантки. Из Германии, из Финляндии, из Эстонии. Мы довольно давно начали участвовать в фестивалях данного типа, вообще с самого детства, и мы уже, как этот фестиваль у нас, для нас уже как такое что-то родное и неотделимое от нас, и поэтому я думаю, что мы приносим, вот этот фестиваль вносит в нас частичку какого-то света, я надеюсь, наши танцы, наши потанцовки конкурсантам тоже дарят людям счастье, радость, и надеемся, что это будет еще на долгое-долгое время. Участники проделали огромную работу для того, чтобы попасть на фестиваль. Я привезла маленькую свою замечательную ученицу, которую зовут Селин Хансен. Она сегодня будет защищать честь Германии. Прежде всего, мы на этот фестиваль были рады приехать только потому, чтобы она научилась и увидела бы какой-то уровень лучше и выше. Любая сказка, даже самая добрая, рано или поздно заканчивается. Вот и наша сказка подошла к концу.
а все участники разъехались по домам, захватив с собой частичку сказки, крупинку радости и кусочек волшебства и доброты. Алиса Дроздова, Милия Волка, Роман Кравченко, Глеб Кучинский из Витебска. Специально для Kids TV.